Зеленый сейчас подпрыгнет. С крыши. Лечусь. Снял с крыши. С двойки тоже работает. С двойки работает. Какой-то мазила бабашкин. Сзади подъехал. А вот это опасно. На 350. Правда, только один приехал. Судя по всему, все. А, нет, нет, по машину. Вон он, у церкви побежал. Снял. По церкви. С двойки снял. Я ввел область, где снайпер лежал, чтобы не подставляться спиной к нему. Упс, а тут меньше 100 где-то ходит. Попробуйте найти врага в приоритете. А, он только что вышел. Пытаюсь, он где-то близко, гранаты кидает в нас. Вот этот с русом, который... Блин, халкат убил. Ой, это я тебя убил. Да ладно, как так? Так? Ракета так далеко от тебя взорвалась, я ошибся. Ну он под кустиком на дороге, короче, лежит. На вот этом перекрестии дорог, судя по всему. Что-то как так. Я еще раз чекаю. Или мне уже как? Роги бежит. Прям в упор. Окей. Это бежал, возможно, в дорогу. Нет, в доме, где бежал, Роги. На этаж не бежал. У меня тут между мной и сэром, похоже. Зорро, ты меня не накроешь? Это хорошо. Зеленые примерно на моей метке остановились. Упс, и один синий меня убил. Меньше 100, кстати, пришел сюда.
нос. Но не попал. Петра убил. Чё ты, бегаешь? А, это ты, фу, блядь. Нет, он мог на другую сторону выходить, вы смешали. Упс, 300 метров, Алексей. Четверки похожи очень. Пулеметчик зеленых. А что там, как свой с чатом? Нормально, работает. Ну, отлично. Куда последние 8 ракет дели? В четверку, если там не убил. Промахнулся, Андрей. О, черт, слишком низко. Земля, она такая убивает. Да. Все лицо смотрят, и когда есть возможность, убивает, я так не могу сказать. Опять выпал. Прыгаем. С моей стороны, значит. Со стороны моего трупа на четверке. Сейчас я противопехотную трубу возьму. Опа, у нас вражеские вертолеты, откуда все снайпер стреляет. Прикольно. С пулемета менее 100 метров убили. Осторожно. Осторожно, модерн. Убил пулеметчик. Еба, прикольно, сели клетон. Ага.
Рядом с бункером, помоги. С моей стороны. Отлично. Еще ну, есть. Третий, ну, вы убил одного. Ну, ракетный. Сейчас, секунду. Нет, это не... Сейчас я тебя понимаю. На горе Пэк сидит. Ух ты, шиба. Еще кого-нибудь из своих так зацепишь? Ну, иногда бывает. А с, по-моему, как раз какой-то чувак около триггера высаживался. Ладно, вот так. Вроде вот он нас взрывает. Ну, бля, Тимурыч. А чё, я в зону. Не, я думал, тебя это убило. Не, у меня халкат просто доставка. С небольшой зачисткой. Принял. Я убил парашютиста. Вот один номер. Или не я, но тут. Сюда смотрит с четверки. Кто-то убил. Верхнее окошко. А сейчас это мне. Давайте я. Минус. А, нет, не минус. Блин, это я его убил. Я его убил. Я прям перед тобой. А-а-а. Вот, ясно. На вид на четверке. С четверки на нас смотрит. Убил, да? Не знаю, тут кто-то по ним шмальнул. Как они выживают, блин, прям в окно прилетает. Ну, палит от третьего лица, видно, ствол торчит. Я ему один раз дал. Он спрятался. Сейчас постараюсь сюда пройти. Зора, откуда? Поднимешь нашу. 100 метров. Сейчас задымлю, подожди сначала. Он не работает тоже. Это вам, скорее всего, четвёрка. Потому что тут где... Четвёрка там не видно. Больше нет. Ну... Тут где-то пометил, отсюда стрельбы нет. Четвёрки минус. Перекрестный. А, вот где ты в здании, да? Да. Он прав. Да. Есть. Убил он. Сыдешь еще. Убил? Ну да. Да. Зря залетал, пожалуйста. Угу.
Он Зефир, да? Да, Зефир. Тимур, а где ангел? Можешь сказать, я просто... Он был как раз вот рядом с ним, на первом же этаже. Спасибо, Зор. Ничего не слышно. Да ходи, начни лучше будет слышно, берешь на тенеж. Ну тогда я не буду слышать выстрелы. Не, надо чем-то жертвовать. На двойке на крыше есть? О, был на крыше еще один. Прикольно играть, нахуй. Вертолетов нет, по пехоте работают. Они всегда по пехоте работают, извините. Но когда самолеты есть, они даже самолет не могут доехать. Страйдер вооруженный, зеленых. Страйдер есть, Тимур. Кто же говорил, откуда они выехали, два тигра? Примерно. Интересно, оно чинить там будет? В гараж он заехал, видели, нет? Шарите, не? Можно тигр дарами сфоткать? Да. Тут близко не подлетишь. Просто сложно, да. Так тебе же тебя уже спалило. Да мне похуй, я типа... Вы только что сказали, где, типа, видели, а где хотя бы? Что значит вертикально сидит? Ну, бля, ну, кончится. Обычные самолеты, которые джеты. Ну да, 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 да. Прачный джет. Ух, садишься просто хоть куда, главное приземлиться. Пыльное поле там. И все, и там у тебя будет... Откуда прилетел? Летящая база, да, что ли? Нормально, трое кончились. Ты на чем там так прилетел хорошо? На Хеллкате. Просто обработал перед тем, как выпрыгнуть. Они просто дымы накидали. Не и по дымам я понял, что там мясо. Так что дымы не кидайте. Вот четвертый. А в чем прикол тут? Юкса. Чисто как радар взять.
Техник приехал. Райдер заехал. А, в башню четвертую. Тут уже конец скоро. Ну ладно. Там вон 87, надо до сотки дотянуть. А, Тимур, башкой. Подъехал к бункеру. По нам кто-то из вертолета только что отработал. Эй, парни, не убегайте, поднимите меня. Нас тоже. Двоих. Эй, куда побежали? Алло! Сверка сейчас подниматься будет. Бить. Да, база зеленых, короче, вот Слэмер и Тигрис. А база зеленых это на юге, да? Кто там у нас на танке аккуратнее? А югова Кайман тоже, вертушка. У третьей башни, возможно, ну, был кто-то, я одного убил, или второй. И он еще кого-то friendly fire'ом убил. Спасибо. Слушай, кто рядом наш там бегает? Тимур. Возле разломов вот тут бегает. Сейчас уже. А, знамя джет. Ура, ура, ура. Нормально. Ладно, давайте, ребят. Удачи.